14.00. Новости в эфире телеканала «Дом». Я Анна Ниченко. Приветствую вас. Покататься на каяках и полетать на дельтаплане. За яркими эмоциями в новую туристическую точку Украины приезжают тысячи туристов. Это место находится в Станиславе Херсонской области. О нем наш следующий материал. Это место туристы называют украинским Гранд-Каньоном. Здесь глиняные горы нависают над Днепробугским лиманом. Живописные места находятся на его побережье, рядом с населенным пунктом Станислав. Природа здесь образовала удивительное сочетание многочисленных склонов, степных участков и прибрежной береговой линии. Высокие глинистые берега, изрезанные оврагами и балками. Для местных жителей эти пейзажи не в диковинку. А вот туристы из других областей облюбовали эти места относительно недавно. Пьянящий аромат степных трав, пение птиц, уникальный ландшафт. Лучшее место для отдыха от городского шума, говорят туристы. Станислав расположен в 40 километрах от Херсона. Сюда можно приехать на автобусе или на своей машине. Отец и дочь из Киева путешествуют на велосипедах. Мы все равно решили не сидеть дома. И вот такая у нас своеобразная самоизоляция, путешествие по Херсонщине. У нас очень интересный маршрут. И вот эти кручи станиславовские, это первая точка. Мне очень сильно напоминает мой срок. То, что в Португалии, правда, там более ветрено, но в связи с ситуацией я очень советую приехать сюда, увидеть. Херсонские горы расположены на территории Станиславского ландшафтного заказника общенационального значения. В ближайшее время здесь планируют построить туристическую инфраструктуру. Путешественники сюда приезжают за красивыми снимками, особенно на закате дня. Хотя местные ландшафты привлекательны в любое время суток. Янина Лебедева, Сергей Тымчинский, Херсонская область, «Твой дом».